действительно решаются на уровне Министерства здравоохранения Красноярского края. Уже было проведено ряд совещаний, в том числе и с главой района, с главными врачами, на котором как раз те самые этапы начинают обсуждаться. Если говорить о том, вот как вы задали вопрос, для нас это нужно или не нужно, отвечу однозначно – нужно. Нужно, потому что многие жители на тех же сходах, на тех же обращениях граждан неоднократно обращались и к главе района, и к главным врачам с просьбой о том, что действительно нет той возможности, как есть, например, у жителей города, выбирать, к какому терапевту идти, к кому идти и так далее. Я понимаю, что вы сейчас конкретно задавали по степновской территории. У нас есть большие проблемы и вопросы, начиная, например, с территории Дороховской, начиная, например, с Верхнеододымской территории, когда люди, живя на Верхнеододымской территории, Сахновки, например, вынуждены для посещения терапевта приезжать в Дороховскую амбулаторию, потому что это Куст-Адвин. И им намного, например, выгоднее, так как развязка. Многие едут в город посетить терапевта в городской больнице, но они это сделать не могут, потому что они сельские жители. Очень много вопросов, в том числе и с вашей территории, возникает по поводу посещения узких специалистов. Хоть сейчас и говорилось о том, что действительно есть запись, действительно записывают, но неоднократно сами жители говорят на всех сходах граждан, что очень часто говорят, что мы вас принимать не будем, вы сельские, записывайтесь, ждите очередь и так далее. И мы прекрасно понимаем, что приехать второй раз сельскому жителю уже проблематично. Поэтому этот второй вопрос, почему это очень важно и актуально для нас. Третий вопрос, это вот про ту самую скорую помощь. Это действительно очень важно и нужно для сельских, в том числе, жителей. Не знаю, как это важно и нужно для городских жителей, у них своя скорая медицинская помощь, но наши жители ничем не хуже, и они должны получать скорую медицинскую помощь в те 20 минут, которые регламентированы.